поменял колесо. Сейчас поеду поем сырничков. Вот прям купил камеру, вся жизнь поменялась. Ну а что, дома же есть нечего. Жена в Лондоне. Ну, хотя, когда она в Харькове, она тоже мне не делает завтрак. Ну все равно. Не, хотя иногда делает. Ладно. Всегда делает. Ну почти всегда, когда может. Вот всегда при малейшем случае хочется нагнать на свою жену. А потому что я ее виню в том, что она уехала от меня. Я сильно скучаю. И теперь как только я вспоминаю, думаю, блин, какая она плохая. Потому что злюсь на нее. Злюсь, что она от меня уехала. Я скучаю так сильно. Ну ничего, скоро приедет. И будет вообще огонь. Мне сырнички, пожалуйста, за 40 гривен. Ну, конечно, в том, что Карина уезжает, есть свои плюсы. То, что можно в ее машине поездить. Ну, наверное, это единственный плюс. Сейчас еду в студию, у нас сегодня пробный урок. Вот, а потом пикник. Балет в лесу называется. Вот, и мы с учениками нашей студии, педагогами, выбрались в конце лета на пикник и будем общаться, знакомиться. Жду с нетерпением. Идем в студию. Здравствуйте, Лиза. Здравствуйте. Здравствуйте, уважаемые родители. Здравствуйте. Меня зовут Владимир Ткаченко. Я основатель студии Ткаченко Балет. И спасибо большое за то, что пришли на пробный урок. Немножко расскажу про нашу студию. Все, я сказал. Как я хорошо говорю. Сейчас поговорим. Сейчас Макс мне скажет, сделает втык. Он всегда меня ругает. Детский балет – это светлый балет, там нет таких. Я сказал только что, когда говорил речь, я сказал, что Лиза маньяк балета. Ну, то, что она прям маньячит, сидит в зале целыми днями, тренируется, репетирует, работает над собой. Этого нельзя говорить. Я больше не буду. Молодец. Меня сейчас Макс в студии ругал. Ну, не ругал, делал замечания, что я, когда представлял нашего педагога на прошлом уроке, на пробном уроке бэби-балет, я сказал, что она маньяк. Она очень много над собой работает, трудится, старается. Вот, мы просто, когда учились в Перми, мы говорили вообще рубить мясо или маньячить. Это, то есть очень много над собой работать. Рубят мясо только самые крутые. Ну и маньячат, потому что они постоянно над собой работают, а балет же это большой труд, и, а тело, оно не хочет, вот это мясо, оно не хочет двигаться и рубить мясо, маньячить, это значит заставлять свое тело переламывать себя и усиленно работать над собой, то есть это самый крутой статус, быть маньяком и рубить мясо. Ну, я знаю, прекрасно понимаю, что, конечно, на уроке бэби-балет так нельзя говорить, потому что это очень специфическая терминология, которую могут не все понять. Макс абсолютно прав. Здесь костер. Таня, ты умеешь на барабане играть? Конечно, вот видишь. О, Матвей, ты уже на гитаре играешь? Артисты добавляются по ходу дела. Аплодисменты! Сегодня был отличный день. Подписывайтесь на мой канал, жмите на колокольчик. Я буду еще снимать влоги и буду пытаться быть естественным и настоящим.